Беслане почтили память казаков, погибших в годы расказачивания. В 1920 году тысячи стариков, женщин и детей, изгнанные из родных домов, стали жертвами репрессий и террора против казачества. В 2001 году в память об этой страшной трагедии на месте массового убийства и захоронения казаков в окрестностях Беслана был насыпан курган и установлен памятный крест. Ежегодно сюда приезжают терские казаки. В этом году почтить память предков, возложить венки и цветы на курган памяти приехало более 600 казаков из Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни. Выступавшие были едины в одном – память о содеянном нельзя предавать забвению. Во имя всех погибших нужно крепить казачьи ряды, чтобы единым строем преодолеть все невзгоды, выпавшие на долю казачества. Делегация посетила и мемориальное кладбище «Город ангелов». Возложили цветы к древу скорби. Мы, терские казаки, отдаем дань памяти своим предкам, потому что были это мужественные люди, люди, которые погибли за Россию, за казачество. Поэтому мы регулярно, казаки со всех республик Северного Кавказа, Северокавказского федерального округа, приезжают сюда в этот день, приезжают семьи, приезжают атаманы, приезжают старики, приезжают рядовые казаки, приезжают члены наши казаки, которые участвовали в наведении общего порядка социального здесь, на Кавказе. И всегда отдаем такую дань.